Приветствую всех, кто сегодня с нами. И сегодня мы с вами поговорим, коллеги, о библиографических описаниях законодательных актов и стандартов. Ну, например, государственных стандартов, ГОСТов. То есть то, что чаще всего нам встречается в списках литературы. Требует оформления и вызывает, наверное, после многотомников и электронных ресурсов, а может быть и наравне с ними, а может быть и даже больше, чем они, массу вопросов и страхов. Вот сегодня мы с вами разберем, как это можно сделать, посмотрим разные варианты и законодательные акты, и стандарты. В конце чуть-чуть коснемся подстрочных ссылках, тоже посмотрим парочку вариантов. И последний вопрос нашей сегодняшней темы. Ой, что-то я вопросы забыла. Переключить слайд. Вот. И последний вопрос нашей темы про источники. Как и было заявлено в анонсе, откуда брать законодательные акты, какие есть ресурсы. Ну, вот на этой теме тоже пару слов остановимся и скажем, и сделаем. Ну и напоминаю, что мы в основном разбираем с вами вопросы, посвященные оформлению библиографических описаний. В данном случае законодательных и нормативных ресурсов, на примере ГОСТов, для списков и источников к студенческим ВКР, различным видам письменных студенческих работ, магистерские работы, ВКР, да, для диссертационных исследований, они тоже могут быть полезны и могут пригодиться. Ну и также при составлении методических рекомендаций библиотекарями, библиографами для небиблиографов. То есть, еще раз акцентирую этот момент, что мы говорим о небиблиографах. Как им быть в этих ситуациях, насколько это страшно, и как мы можем облегчить им участь и жизнь. То есть о цитировании законодательных документов в различных юридических документах, которые используются в юридической практике, мы такой вопрос не рассматриваем. Хотя, возможно, там присутствуют те же самые правила и могут быть те же самые правила, но это немножко совершенно другой аспект, профессиональной деятельности. Здесь скорее речь ближе к документоведению, да, нежели к библиографии. У нас про списки. Вот студенческие работы, магистерские, там, учащихся колледжей, для небиблиографов при оформлении своих публикаций в научные издания периодически это тоже может быть использовано. Но опять же, всегда соотносим с теми методическими рекомендациями, которые у нас имеются. То есть в тех случаях, когда нет единственно верного установленного варианта схемы описания и примера, то, конечно же, то, что и мы сегодня с вами будем рассматривать, и в конце я вам покажу еще один очень интересный ресурс, где представлены рекомендации по оформлению ссылок на некоторые справочно-поисковые информационные поисковые системы. Это все мы можем использовать, но окончательное решение принимаем мы сами. Ну и так как ГОСТ тоже носит в некоторых моментах рекомендательный характер, это не значит, что как хотим, так и делаем, хотим следуем ГОСТу, хотим нет. Держимся в рамках, но в рамках этого ГОСТа мы можем свои варианты, особенно там, где не раскрыты правила или слишком туманно, мы их можем предлагать. Но они должны основываться на каких-то определенных пунктах, на одном, на втором, на третьем ГОСТе. И только тогда это имеет смысл, а не потому, что нам так захотелось. А почему? Мы не можем объяснить. То есть вот рекомендательность характера скорее в этом. Анастасия Серикова, вижу вопрос про длительность вебинара. Плюс-минус час. Больше, чаще у нас бывает час плюс. Но постараемся сегодня сильно не задерживаться. Тема не очень большая. Надеюсь, что в час 15 максимум мы с вами уложимся. И вот такие вопросы мы сегодня с вами рассмотрим. Тем более, что у нас было много вебинаров. Пожалуйста, Анастасия, если что, спрашивайте. Я, правда, не сразу могу отвечать в чат. Я вижу ваши вопросы, но если я что-то пропущу, вы мне в конце вебинара, пожалуйста, еще раз напомните, иногда отвлекаюсь.
Ну, вот такие вопросы мы с вами разберем. И часть этих вопросов мы уже с вами разбирали на других наших вебинарах. По структуре библиографического описания в прошлый раз мы разбирали с вами, смотрели структуру в соответствии, описание в соответствии с новым ГОСТом, ну, как уже новый, уже, наверное, уже почти старый новый 2018 года. И многие вещи, о которых мы сегодня, у нас будут в схемах, примерах, но мы на них не будем останавливаться. Это нужно просто смотреть по предыдущим вебинарам, либо смотреть в самом ГОСТе, потому что охватить необъятное мы с вами просто не сможем. Но обойти вниманием те документы, которые регламентируют процесс составления библиографических описаний на законодательные акты и стандарты, мы тоже не можем. На что опираться? Вот он наш новый старый ГОСТ. R70100-2018, библиографическая запись, библиографическое описание. Ну и основные моменты, которые там присутствуют, которые могут нам и для этой темы тоже пригодиться. Предписанные знаки пунктуации, схема структуры библиографического описания, очередность областей и элементов. Четвертый раздел – общие правила, которые касаются всех библиографических описаний, вне зависимости от того, это составная часть ресурса, это законодательный акт, или это просто книга, или отдельный том из многотомника. Вот четвертый раздел – это общие правила к библиографическим описаниям. Их в первую очередь смотрим. А дальше от нас требуется вот тот вебинар, на который многие из присутствующих пропустили, когда мы говорили о классификации источников. Это тоже важный момент. Где опубликован наш закон? Он вышел отдельным изданием? А каким? Печатным или электронным? Или у него есть два варианта? Он вышел и в печати, и есть электронная версия. Или он вышел только в печатной версии, был отсканирован и выложен на сайт. Тогда это републикация. И в каждом случае будут нюансы в библиографическом описании. Структура одна, схема одна, но в зависимости от того, откуда мы дернули этот закон, добавляются нюансики. Если об электронных ресурсах говорить, очень часто в область примечания. Она может у нас повторяться. Да, вот туда пойдет. Или это вообще составная часть ресурса сайта правовой информации, да, вот тот официальный сайт, на котором выкладывается законодательный акт. В этом случае он будет рассматриваться как составная часть. Так, что-то немножко, по-моему, подвисало, да, коллеги? Так, сейчас все нормально, слышно, видно? Нажмите мне, пожалуйста, на огонек, потому что мне показалось, что что-то интернет похулиганил. Ага. Или же это составная... Спасибо. Или же это составная часть ресурса. Закон выложен на сайте правовой информации, откуда мы его взяли и где мы его смотрели. И тогда мы делаем описание на него как на составную часть этого сайта или портала. Да? Что правильнее? Портала. Тогда будет вот так. Или мы его прочитали в собрании законодательства Российской Федерации. Опять же, в какой версии? То есть, видите, вот эти вот все вопросы, ответы на эти вопросы, а это типично быстрый ответ на вопрос, что у меня в руках или что у меня на экране монитора, да, где я этот закон взял. Это влияет на то, какой схемой, какими нюансами нам воспользоваться для того, чтобы сделать правильно библиографическое описание, чтобы потом самим с поиском не мучиться и других не мучить. Вот эти вещи тоже важны, и их тоже нужно знать, когда мы говорим о библиографических описаниях и в том числе законодательных ресурсов и ГОСТов. С ГОСТами та же самая история. Еще два документа, два ГОСТа, которые могут быть нам полезны. Это заголовок библиографической записи. Вышел новый ГОСТ, коллеги. Надеюсь, что все в курсе. Если кто-то не в курсе, был у нас отдельный вебинар тоже. Мы проходили по этому ГОСТу, его разбирали. Теперь национальный стандарт R7080-2023 в августе 2023 года он вступил в действие, и вот теперь вот такой у нас ГОСТ. Не 2000-го, а 2023-го. Ну и добавилась буковка R.
виды заголовков и особенности каждого вида заголовка. А заголовок в законодательных ресурсах, в библиографических описаниях законодательных ресурсов, играет чуть ли не половину всего дела. Заголовок и сведения, относящиеся к заглавию. Вот два самых больших момента, которые пугают больше всего. И если в них разобраться, то и остальное выстраивается очень просто и легко. И третий ГОСТ 22 года. Библиографические ссылки на электронные документы. Краткое название, полное, размещенные в информационно-телекоммуникационных сетях. В общем, библиографические ссылки на ресурсы сетевого распространения, если уж совсем адаптировать к тем терминам, которые используются в ГОСТе библиографическое описание. И хотя здесь речь идет об особенностях оформления ссылок на электронные документы, а если мы пользовались законом в электронном виде, то это электронный документ, и здесь он подпадает под действие этого ГОСТа. Законодательные документы, размещенные в различных системах, здесь можно посмотреть, но мы всегда помним, что ГОСТ 2022 года, вот этот отдельный, это не ГОСТ по библиографическим описаниям электронных документов, как у нас был такой ГОСТ 2001 года, да, бесконечно устаревший, а здесь речь идет о ссылках. То есть он как дополнение ГОСТу 2008 года. Вот основные правила мы берем оттуда, а что касается электронных ссылок на электронные ресурсы, мы смотрим вот здесь. Но для описаний, библиографических описаний, мы отсюда тоже можем взять некоторые моменты. Здесь есть несколько моментов, которые можно использовать и применять при составлении библиографических описаний электронных ресурсов. Например, указание на фрагмент из видео какого-то ролика или там записи вебинара, когда мы ссылаемся на какой-то фрагмент, и нам нужно указать этот фрагмент. Вот здесь более понятно дается, более привязано к тому, что мы видим на экране, когда смотрим ролик, да, вот эта вот шкала времени. И для небиблиографов более понятно, чего откуда берется и почему именно так. Да, и не надо сидеть, высчитывать общее время звучания. Там это тоже немножко по-другому может быть записано. То есть формат записи. Да, поэтому, в принципе, ну, кто нам запретит это сделать? Мы остаемся в рамках нашего ГОСТа. Ну, вот вам, пожалуйста, рекомендательный характер, и мы немножко похулиганили, взяли вот отсюда то, что более уместно в библиографическом описании, на наш, например, взгляд. Почему бы нет? Поэтому вот три основных документа, которые нам нужны. Ну, если говорить о ссылках, то, конечно же, ГОСТ по ссылкам, наш родной старый 2008 года, пока еще не переделанный, когда мы говорим об оформлении ссылок. Но если мы составили правильно библиографическое описание, то оформить на него ссылку нам уже гораздо проще. По методу старшее поколение помнит, что такое метод РЭКЛЕ, да? Режь-клей. По методу РЭКЛЕ, большое библиографическое описание, мы из него вырезаем то, что нам не нужно, и оставляем то, что пойдет в ссылку. Все. То есть, если вы составили один раз библиографическое описание, сделать из него ссылку гораздо проще. Убрать лишнее легче, чем писать заново. А повторная ссылка, из-за этой ссылки мы еще убираем лишнее. Остается совсем чуть-чуть. И еще проще. Ну вот, поэтому все упирается в библиографические описания. Ну и, конечно же, в умение ориентироваться в самой структуре ГОСТа. Прежде чем метаться туда, вы посмотрите, из чего он состоит, какие там есть разделы. И самое главное, конечно же, что за документ у нас в руках, где мы этот ГОСТ или этот закон взяли. Два варианта существуют для составления библиографического описания на законодательные или нормативные ресурсы. Привычный нам, мы сейчас от него как-то уже стали отходить, но тем не менее он встречается, и требования такие встречаются в методичках еще под заглавием или под заголовком. К заголовку мы чаще всего относим авторов, да, и мы уже привыкли, что если есть автор, то это заголовок, а дальше пошло название заглавия документа или ресурса. А в законах автора нет,
значит, под заглавием дела. Нет, есть для таких случаев существует тоже описание под заголовком. Один из видов заголовка нам позволяет это сделать. Преимущественно внимание уделяется вот этому второму виду описания под заголовком. И законодательные акты, и ГОСТы лучше все-таки стараться делать вот по этому типу. Не под заглавием, а под заголовком. Хотя, опять же, не могу сказать, что это единственный верный способ. Где-то существуют правила под заглавием, но, во-первых, в каталогах, в библиотеках вы часто будете сталкиваться с оформлением под заголовком, когда ищете, находите и составлено библиографическое описание, особенно там, где карточные еще каталоги присутствуют, да, традиционные. Во-первых, так удобнее искать, так удобнее группировать материалы. И для своих работ, особенно если у вас много законодательных актов и разных уровней, да, разных от федеральных законов до локальных, то, конечно, под заголовком вам удобнее потом самим это все в списке группировать раз, и научным руководителям, рецензентам, оппонентам им легче тоже смотреть, проверять, и сразу видно, все ли нужные законы мы здесь использовали в своей работе, или что-то пропустили, какими законами мы пользовались. Ну, и особенно если у вас идет для юридических каких-то, например, специальностей или там, направлений подготовки в области политологии или там, журналистики или еще чего-то, там, где исследуется, например, законодательство разных стран, то, конечно, под заголовком удобнее собирать законы, и сразу видно, где что, сколько использовалось. То есть вот в плане такой группировки более практичен вариант. И для поиска тоже удобнее искать. И по размещению. Где в списке источников будет находиться... будут находиться наши законы. Конечно же, в самом начале. В самом начале списка, как правило, еще перед научной литературой, учебными изданиями, ну, вот примерно вот такая структура принята для оформления, ну, условно говоря, список источников, список использованной литературы и источников, или список источников и использованной литературы, ну, более корректно, наверное, называть. В разных методичках, в разных работах, требованиях по-разному звучит, поэтому название условное. То, что мы пишем в конце своей письменной работы. На первом месте законодательные акты, потом научная, учебная литература, статьи из периодических продолжающихся изданий, сборников, электронные ресурсы. Ну и если есть разрешение на использование аудио-видеоматериалов, то они тоже вот где-то здесь это промежуточное место занимают. Но не все так просто с первым пунктом законодательных актов. Внутри тут же существует порядок группировки внутри этого раздела. Все начинается с международных законодательных актов, затем конституционные законы, естественно, нашей страны, федеральные законы, кодексы, и дальше пошли подзаконные акты. Указы, распоряжения президента, постановления, начиная от президента и до внутренних локальных нормативных актов предприятий, учреждений и организаций. То есть внутри тоже все вот по такой иерархической схеме выстраивается. И внутри уже этих подпунктов а вот здесь очень удобно выстраивать по алфавиту нашего заголовка и основных заглавий. То есть идут сначала Российская Федерация, президент, указы, и вот все указы, они собираются в кучку внутри по алфавиту. Потом пошли все сначала распоряжения, да, вот по алфавиту. Потом пошли указы тоже по алфавиту. И вот таким образом можно выстроить хорошую схему, особенно если много законодательных актов у вас присутствует в вашей работе. Тогда и систематизировать проще, и работать с ним легче. Нормативные акты. Ну, их место тоже в первом разделе, но после законодательных актов. Закончился предыдущий наш
раздел «Локальные акты» закончились, и вот дальше пошел под раздел «Нормативные акты» – ГОСТы, ОСТы, ТУ и все прочее, прочее. Спины, СанПины, ЕНИРы и так далее. Это не тоже как вариант. Ну, естественно, что начинается все с ГОСТов, да, а вот дальше, что есть, то и вставляем. Да, то есть какого-то жесткого требования, единого какого-то правила, пункта ГОСТа, ну, мне, по крайней мере, не попадалось. Да. То, что используется в работах ваших студентов или в ваших работах, ну, вот просто ориентируемся на эту схему. Что зачем идет? А, заголовком, да. Любовь Горанова, да. Вот к заголовку мы как раз сейчас переходим. Ну, вот это про место законодательных актов нормативных в списках наших ресурсов. А теперь переходим к заголовкам. Две, как мы уже сказали, важные части при описании законодательных актов и ГОСТов – это заголовок и сведения, относящиеся к заглавию. Вот заголовку мы и начнем. У нас есть несколько основных видов заголовков. И для нас в нашей сегодняшней теме важны вот эти два. Наименование заголовок, включающий наименование организации, и заголовок, включающий обозначение документа. Соответственно, два раздела, 6 и 8. Вот это для патентов, ГОСТов, нормативных документов, а вот то, что касается наших законодательных актов, подзаконных и прочих, это вот сюда, 6 раздел. Вот целиком и полностью он сюда, они сюда подпадают. Поэтому, если у вас возникает вопрос, указы президента под заголовком «Как описать», мы идем в 6 раздел, смотрим там. Там все это будет написано. Если у нас возникает вопрос, у меня ГОСТ или патент, где посмотреть, как правильно сделать под заголовком, идем в 8 раздел, смотрим там. Вот когда мы разбирали вебинар, у нас был по ГОСТу, мы подробно уже по этим разделам более подробно тоже проходились. Ну, вот вам такое краткое содержание раздела по пунктам. Раздел 6, раз у нас сегодня законодательные акты. Чтобы не метаться там внутри заголовка в поисках, где мне найти нужный пункт, вот они здесь у вас представлены. Опять же, в каждом из пунктов есть свои подпункты, которые эту тему, скажем так, раскрывают. Кто может быть организация в заголовке? Кто там может быть? Сколько организаций в заголовке допускается? Идентифицирующие признаки, что это такое, как записываются? Формы приведения наименований организаций. Вот это самый главный момент. Простые и сложные заголовки и их идентифицирующие признаки. Вот простые и сложные заголовки – это как раз к нашей теме, потому что законодательные акты чаще всего имеют вид сложных заголовков. То есть там будет не только одна точка, а несколько, ну как в русском языке, несколько предложений, да, деленных точкой. Заголовок «Наименование органа государственной власти и его структуры» – вот это самый важный пункт 6.6, с которым мы чаще всего имеем дело. То, что выделено жирным шрифтом, это вообще себе на заметку, прям на стикер, на монитор и номера пунктов запоминаем. Заголовок, содержащий наименование высшей государственной должности страны или ее субъекта. Вот Любовь Горанова, вот 6.7. Наименование высшей государственной должности страны или ее субъекта. Как оно там пишется? Да, вот как раз к вопросу об указах, распоряжениях президента, главы правительства и так далее. Наименование законодательных и иных официальных документов. Как здесь формируются заголовки? Орган государственной власти, субъекты, наименование высшей государственной должности, организация, люди и другие документы. Да, вот можно так кратко запомнить. Вот эти три основных пункта, которые для нас важны, на которых все строится. И вот именно в них все ответы на вопросы нужно искать, когда мы работаем с этими заголовками. Обязательно ли использовать заголовок в списках литературы в курсовых дипломных работах? Светлана, желательно, да.
Желательно, да, потому что все новые наши ГОСТы по библиографическим описаниям, они нацелены на использование описаний под заголовком, но они не запрещают описание под заглавием, и мы про это уже говорили. Если вы как разработчик методических рекомендаций вопрос задаете, то лучше, конечно, под заголовком сразу объяснить, как это делается, и пусть будет единый формат. Если же вы спрашиваете как исполнитель, да, выполняющий курсовые там, дипломные работы, то тогда ориентируйтесь на те методические рекомендации, которые есть в вашей организации, в вашем вузе, учебном заведении. То есть они для нас первичны, да, а все остальное уже вторичное. То есть приходите говорить, вот у вас написано в методичке так, а я хочу сделать вот так, потому что мне на вебинаре рассказали, вот этого не надо делать. Лучше задать вопрос, да. А почему здесь по старому ГОСТу, да? А можно ли я сделаю по новому? А не будете ли вы против, если я сделаю описание по новому ГОСТу? То есть, ну, вот как-то аккуратно, максимально корректно, потому что разные варианты бывают. И так как у нас нет единого ГОСТа для оформления студенческих работ, ВКР, там, ну, вот кроме диссертации и авторефератов диссертации, и то там сейчас с изменением ГОСТов кто во что горазд. То поэтому здесь очень аккуратно. Поэтому первое для нас это методичка, а второе уже то, что мы получаем дополнительно. Ну, другой вопрос, если вообще ничего нет. Да, ну, тогда уже сами принимаем решение. А тогда ориентир на то, чтобы делать все-таки под заголовком. Ну, это и более правильно развивает структурированность и системность мышления. Да, такой побочный эффект от составления библиографических записей, потому что нам надо сначала подумать, что записать в этот заголовок. Они могут быть простые и сложные. Простой заголовок – ассоциация исследователей библиографии. Да, лицей номер 128. Ну, здесь тоже номер, мы запишем немножечко по-другому. Музей природоведения. Вот простой заголовок, название организации. Может быть простой заголовок с идентифицирующими признаками. Вот когда после заголовка название конгрессов, съездов тоже может быть названием, тоже может быть вот таким простым заголовком. Международный библиографический конгресс, например. И вот то, что пишется потом в круглых скобочках, вот это называется идентифицирующие признаки. Ну, потому что он, может быть, проводился и в 21 году, и в 18, и в 19 веке. А нас интересует только вот описание, относится только к тому, которое прошло в 23 году, и именно в Москве. Вот это называется идентифицирующие признаки. Поэтому вот так может выглядеть простой заголовок и простой заголовок с идентифицирующими признаками. Анастасия Судакова, хороший вопрос, интересный вопрос. Да, в принципе, можно попробовать. Здесь вам нужно сочетать правила описания законодательных актов и старопечатных изданий. Вот была хорошая вещь по старопечатным изданиям. Российская книжная палата, конечно, там все устарело и по старому ГОСТу, но надо в правилах каталогизации, да, там надо смотреть, можно оттуда взять правила, но, опять же, применить к новому ГОСТу. То есть здесь нужно, да, такой микс сделать. Потому что для старопечатных изданий есть свои нюансы, и в самом ГОСТе нужно смотреть по старопечатным изданиям, по всем темам, которые проходят через ГОСТ библиографическое описание, нужно смотреть те нюансы, которые относятся к старопечатным изданиям, то же самое с заголовками. То есть схему можно взять ту же самую, но смотреть вот туда. Анастасия, если что, вы в нашу группу «Библиография для небиблиографов» можете в контакт, в личку мне написать. Посмотрим. Просто я сейчас немножко не переключусь. Если переключусь, то уйду далеко. У нас еще часть материала. Светлана Ойнац. Ой, отлично, разрабатывая методические рекомендации для студентов, минимизировать библиографические, да, в рамках ГОСТа, но по законодательствам. Ну вот, да, это хорошо, это замечательно. Главное, чтобы было все в рамках ГОСТа,
И по законодательству в том числе это тоже можно сделать. Ну, вот самое главное заголовок. Идентифицирующие признаки. Вот то, что записывается в круглые скобочки. Что сюда включается? Все это расписано вот здесь, в ГОСТе по заголовкам. Раздел третий. Ой, в разделе 4, пункт 4.7, в разделе 3 терминология, там, что такое идентифицирующие признаки, дается определение. В разделе 4 пункт 4.7 касается всего, да, что это такое. И в разделе 6, то, что мы с вами говорили, в пунктах 6.3, 6.7, 6.9. Какие идентифицирующие признаки, как используются, вот то, что пишется после заголовка в круглых скобочках. Это вот Светлана как раз для студентов пояснялки, уточнялки, да, если в двух словах сказать. Что это может быть? Это могут быть любые номера, даты, географические названия, имена лиц и много-много чего еще. Ну, вот в нашем случае это чаще всего года, номера, даты, места. Например, лицей, номер 1234, города Санкт-Петербург. Санкт-Петербургский лицей, номер 1234, и там какой-то нормативный акт. Под заголовки будет лицей, а в круглых скобочках номер, год, город. И потом уже пошло название там, регламентирующего документа. Регламент проведения какой-то там сессии, например, зимней сессии. Международный библиографический конгресс. Тоже, если мы делаем под заголовком, вот мы пишем год, Москва, это мы уже с вами видели. Российская национальная библиотека. В скобочках написали уточнение Санкт-Петербург. Вот таким образом добавляются идентифицирующие признаки. Но, смотрите, когда мы делаем описание, работаем со сборниками материалов конференции, вот сразу здесь наверняка возник вопрос, это что теперь вот так под заголовком писать? Если сам сборник весь целиком, то лучше под заголовком. Но не библиографы, наши студенты, они имеют дело не со всем сборником, а со статьей из сборника. Это описание составной части ресурса, и там уже никакого заголовка нам не надо. Так что не пугайтесь. Чаще всего мы его не используем для сборников материалов конференции, а пишем, как все нормальные люди. Автор, название статьи, потом все, что нужно про статью, две косые черты, название сборника и пошли дальше. Все. Так, коллеги, посигнальте мне, пожалуйста, есть ли у нас связь. Ага, что-то сегодня меня прям интернет выбивает. Ага, спасибо, не нравится мне тема. Спасибо, спасибо. Все, идем дальше. Вот это правило. То, что получилось сделать. Не знаю, так сейчас... Если вдруг будет не слышно, вы мне, пожалуйста, сигнализируйте. Если меня будет не видно, бог с ним. Включится, так включится. Главное, чтобы был звук. Давайте я попробую тогда камеру сейчас. Так, коллеги, а сейчас звук идет, да? Ну, ладно, бог с ним с изображением. Давайте сейчас попробую. Ругается, он мне прямо автоматически отключает почему-то камеру. Ну ладно, давайте тогда останемся со звуком. Постараюсь говорить чуть погромче. Почти не слышно, да? Давайте так, коллеги, секунду терпения. Если подождите, я попробую перезагрузиться, перезайти. Может быть, нам это поможет. Хорошо? Так, коллеги. Звуком.
Вот, даже, по-моему, где-то изображение начало появляться. Коллеги, слышно ли сейчас, как у нас со звуком? Звук есть. Ну, отлично. Прямо вот сегодня какое-то у нас несчастье со связью. Ну, ладно. Идем дальше. Да, презентация будет. Презентация будет в несколько сжатом варианте, но самое основное будет лучше. Ага, спасибо, Дмитрий. Раз слышно лучше, надеюсь, в записи все будет хорошо. Тогда идем дальше. Вот это простой, Ольга, точно, магнитные бури, совсем забыли. Вот они на нас и отыгрываются. Простой заголовок и простой с идентифицирующими признаками. Это вот то, что мы с вами сейчас только что рассмотрели. Но все законодательные, если мы говорим об органах государственной власти, то это правило не работает. Мы не можем написать вот так: правительство Российской Федерации или там, президент Российской Федерации. Да? Вот так вот не пишется. Вот эти варианты уже не работают. Вот здесь мы имеем дело со сложным заголовком. То есть сначала пишется Российская Федерация, потом правительство, потом что-то еще. От общего к частному, если так совсем упрощенно попытаться запомнить. Да? Российская Федерация, президент указы. Российская Федерация, президент распоряжения. Вот в таком виде записывается. И каждая эта часть, она отделяется точкой. Поэтому вот тут прием заголовок, фамилия, автор, инициалы, а потом пошло основное заглавие. Он не работает. У нас основное заглавие может пойти после двух, а то и трех звеньев. Вот этот заголовок может состоять из нескольких звеньев. И это все будет заголовок. То есть здесь надо включать логику. Где у меня начинается название документа и где у меня заканчивается заголовок. Все-таки немножко смотреть на написание. Ну, вот разница. Простой заголовок. Ассоциация исследователей библиографии. Сложный заголовок. Российская Федерация законы. Университет дружбы всех. Кафедра взаимоподдержки. Вот это будет сложный заголовок. И как они строятся, какими пунктами регулируются. Вот это себе тоже запишите. ГОСТ по заголовкам 23-го года, раздел 6, пункты 6.6.6.8. Вот все основные нужные нам варианты, правила, они изложены как раз вот в этом законе и как раз в этих пунктах. Все правила сложного заголовка. Пункт 6.8. Заголовок, содержащий наименование органа государственной власти, всегда имеет сложную структуру. Вот это важное правило. Это ответ на вопрос. А всегда мы пишем Российская Федерация сначала? Да, всегда. Ну, представьте, что у вас один и тот же закон с одинаковым названием, но один Российская Федерация, а другой, например, там Франция или Белоруссия. И если вы вначале в заголовке напишете «Российская Федерация, закон об образовании» или «Республика Беларусь, закон об образовании», вы уже сразу по заголовку видите, где что. Если у вас это будет спрятано внутри, сначала будет идти об образовании, а название спрятано где-то дальше в самом библиографическом описании, то это теряется наглядность. Да? Нам дальше приходится соображать, где там Киргизия, где Беларусь, где Россия. И первый вопрос, а что это у вас тут четыре закона с одинаковым названием? А потому что они разных стран. А так сразу видно, вопросов уже не возникает. Первым звеном всегда приводится название страны или административно-территориальное образование. Вместо названия страны у нас может идти Москва, если речь идет о региональном законе, да, каких-то московских законах, или там Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Татарстан вместо Российской Федерации, и дальше пошло. Вот это допустимо. Название страны или административно-территориальное образование. Поэтому, когда пишете, кто у нас там пишет методички для студентов, не надо ему увеличивать заголовок. Нет, вы обязаны написать Российская Федерация, а потом Республика Татарстан, а потом город Казань, а потом уже Казань и какой-то, смотря о каком законе идет речь.
Затем наименование органа власти, например, там постановление мэрии, президент, народный хурал, главное государственно-правовое управление, министерство экономики, министерство финансов. Вот они идут второй частью. Российская Федерация, там, Государственная Дума. Или там республика, не знаю, Бурятия, народный хурал. Вот это второе звено. И в пункте 6.9. Это вот наша первая часть, вот эти зелененькие примеры. Они на это правило. Это пункт 6.8. Есть еще 6.9 пункт. Сложный заголовок, который состоит из названия страны или административно-территориального образования. То есть здесь совпадает. И обозначение вида документа в унифицированной форме. Вот это применяется при составлении записи. Если у нас идут международные договоры, есть какие-то воинские уставы, там наставления и прочее, и законодательные материалы. Вот для них применяется этот пункт. То есть будет выглядеть заголовок вот так, как у нас на желтеньком фоне. Российская Федерация, законы, когда у нас речь идет о федеральном законе. Или там, договоры каких-нибудь там объединенных территорий. Там военные уставы. И также здесь идет либо название страны, либо административно-территориальное деление. Вот два варианта. То есть первая часть у нас одинаковая. Название страны или административно-территориальное деление. Поэтому, если у нас идет постановление правительства Москвы, мы напишем так: Москва, правительство, и там даже постановление, да, и дальше пошло название. Но если у нас, или там какое-то письмо, еще что-то, да, но если у нас идет, то есть мы здесь не дописываем, что это Российская Федерация, это вот административно-территориальное деление. И можно это представить, например, вот так. Вот тот же самый пример, опять же, для составления методички, там где... Елена совершенно верно, с большой буквы, у нас там где-то с маленькой, да, по-моему? Ага, в первом с маленькой буквы, с большой. Да, и здесь, давайте я сразу сейчас поправлю у нас. Вот она уменьшилась. Ну, с большой буквы, конечно же. И можно представить, например, вот в виде такой схемы. Вот она, первая часть, это название страны или административно-территориальное образование. И в одном случае мы используем наименование органа власти, и во втором случае обозначение материала в унифицированной форме. Вот что где находится. Ну, вот примерно вот так в схематичном виде можно представить эти два пункта, эти правила. И тогда, я думаю, как шпаргалка это может работать. Да? Можно ее как-то по-другому структурировать, посмотреть. Это как один из вариантов, одна из идей. Вы можете сделать по-своему, но самое главное, чтобы это было наглядно и понятно, чего куда писать. Можете привести свои. Если вы работаете со студентами, вы знаете, какие в основном документы они используют в своих ВКР. Можно даже просто проанализировать, посмотреть ВКР и дать вот так вот списочком, да, что сюда записывается примерно. Тоже будет хорошая подсказка. Кодексы, что имеется в виду, Анна Казуненко, про кодексы. Кодекс каких-то законов или вы берете... ну точно так же. Российская Федерация, Уголовный кодекс. И дальше пошло. Вы... Смотря, опять же, как и где вы взяли этот ресурс. Если это отдельное издание, то вот этот прием, да, будет работать. Российская Федерация, Уголовный кодекс. И дальше пошло, да. Печатный, да, ну как... Тогда вот таким вот образом, как мы только что смотрели, это про заголовок. А вот дальше у нас уже идет... И как печатное издание дальше уже... Смотрите место издания, издательство, количество страниц, ИСБН, как для книги. То есть вы можете сделать его под заголовком Российская Федерация. Уголовный кодекс. Уголовный кодекс Российской Федерации. Да? И дальше пошли уже сведения
если есть об ответственности, если таковые имеются. И дальше пошло уже как описание источника, обычно печатного. Следующий важный момент – это вот то, что самое сложное в заголовке. То есть нам важно только определить, насколько сложный этот заголовок, и выбрать нужную для нас схемку. А вот следующая часть – это сведения, относящиеся к заглавию. Но заглавием тоже у нас, как правило, трудностей не возникает. Название-то мы уж переписать можем. А вот сведения, относящиеся к заглавию, для законодательных ресурсов – да. Самое важное здесь – сведения, относящиеся к заглавию. Это то, что после названия документа пишется через двоеточие. Двоеточие отделяется двумя пробелами. Это библиографический знак. Вот выглядеть будет, как у нас в схеме. Обозначение ресурса, дата введения или принятия, сведения о ресурсе, вместо которого введен принят. Если таковые сведения отсутствуют, то здесь можно писать, в какой редакции. Ну и сведения об одобрении тоже сюда оставляются. Сначала сведения об одобрении, а потом о ресурсе, вместо которого, если есть такие сведения, вместо которого он введен или принят. Это же и для работы для законодательных актов, и эта же схема подходит для ГОСТов. И вот в примере это будет выглядеть примерно вот так. Федеральный закон. Здесь у нас была Российская Федерация, там законы. Название «Федеральный закон» от такого-то числа, номер, принят Государственной Думой, одобрен Советом Федерации, и потом мы просто напишем, да, там, в редакции, от какого числа, например, если есть такие сведения, или вместо какого закона он был принят. Да, можно так. Если не отдельным, да, можно так, Елена. И вот у нас получается вот такая схема. Она, здесь много данных, поэтому они часто пугают. Но на самом деле это все, что здесь записано, это берется из самого источника. Почему мы здесь ставим несколько раз двоеточие, отделяемые пробелами? Область сведений, вот этот элемент сведений, относящихся к заглавию, мы используем несколько раз. Он у нас повторяется. Сначала для обозначения ресурса, потом для дат принятия или введения, а потом для каких-то следующих, там, для одобрения, а потом уже для каких-то следующих сведений о ресурсе. То есть один и тот же элемент, он у нас повторяется несколько раз, потому что в каждом из этих повторений речь идет о своей группе элементов. Здесь про вот от какого числа номер, название закона. Здесь кем, когда был принят, это уже совсем другая группа сведений. И потом, когда кем был одобрен, а потом уже совершенно третья группа сведений, там, в какой редакции или вместо какого ресурса был принят. Поэтому повторение одного и того же элемента, он повторяется с предшествующим знаком. А предшествующий знак у нас двоеточие, отделенное пробелами. Вот у нас поэтому и получается вроде бы много, но на самом деле все вот эти данные мы не копируем, вставляем. Да, копипастом. Вот по такой схеме и выстраивается наша вот данные принятия, введения, одобрения, изменениях и редакции, вместо какого ресурса введен, если у нас этого нет, вот он сюда у нас встает. Вот по этой схеме мы и можем сделать. Вот эта схема из, тоже может быть такой шпаргалкой. Взяли документ, взяли схему и по ней пошли просто подставлять нужные слова. Но есть еще важный момент. Официальные названия законодательного документа пишутся с большой буквы. То есть вот здесь федеральный закон, мы пишем с большой буквы. И у нас будет вот так. Российская Федерация законы – это заголовок. Потом пошло об общих принципах там того-то, сего-то. Федеральный закон вот такого числа, номер. Все. Вот это после двоеточия. Обычно мы пишем все с маленькой буквы, но здесь пишем с большой. Почему? Потому что в сведениях, относящихся к заглавию, с большой буквы пишутся имена собственные, географические названия,
административные, территориальные и официальные названия документов. Вот как раз мы под этот пункт и подпадаем. Так, здесь у нас дума с большой, слава богу. Поэтому здесь с большой буквы в качестве исключения. Вот, согласно этому правилу. Да? А так мы пишем все с маленькой буквы. Поэтому здесь у нас принят с маленькой буквы, одобрен с маленькой буквы. Ну, а дальше, и вот самая страшная часть закончилась. Вот самая страшная часть законодательных документов. А дальше пошла Москва, место издания, издательство, год издания, страницы. ИСБН, все как положено, как обычно мы делаем для книг, с теми же знаками, в том же порядке, в конце текст непосредственно, если нужно, мы тоже дописываем. Вот по нему мы ориентируемся и составляем наше описание законодательного акта. Вот пример по этой схеме. Вот смотрите, вроде, казалось бы, слов много, они страшные, но на самом деле у нас получается вот описание нашего ресурса. Российская Федерация, законы, заголовок закончился, потом пошло заглавие, потом вот это все, что мы сюда вот зелененькое, вот оно по этой схеме сделанное, вставили, а потом Москва, проспект, ну здесь два места издания, два издательства, сложный случай, да. Вот мы его разобрали. Год, количество страниц. А если одно, то... А мы можем одно приводить. Кстати, кто там сокращает у нас трудозатраты студентов, можете использовать правило, что первое место издания и первое издательство являются обязательными. Вот их мы приводим. Да? А вторые мы можем не указывать. Можем написать и дыры. Можем вообще ничего не писать. Первые являются обязательным. Вот их приводим. Количество страниц, ИСБН, текст непосредственно, все. То есть вот эта часть, это как для обычной книги, здесь ничего уже страшного такого нет. Вот самое страшное, оно спряталось здесь, потому что много букв. Но весь страх улетучивается, если мы... так, коллеги, а сейчас звук есть? Прям беда у нас сегодня какая-то со звуком, ага. Ага, появился. Отлично. Но вся эта страсть улетучивается, если мы знаем, откуда чего брать. Заголовок. Да, вот Российская Федерация, законы. Мы сразу написали, если у нас есть, например, федеральный закон об образовании. Вот он, кстати, изданный отдельным изданием. Да. Мы пишем сразу «Российская Федерация, законы». Заголовок мы сформулировали. Вот единственное, наверное, что нам нужно было сделать. Затем идет основное заглавие. Это название нашего закона. Вот «Об образовании в Российской Федерации». Вот оно, основное заглавие. Записали. Дальше сведения, относящиеся к заглавию. Мы вспоминаем, что мы здесь пишем «Обозначение ресурса». Вот она, наша шпаргалка, вид документа. Дата введения или принятия сведения, если есть, если нет, то в какой редакции. Да? Все это мы можем взять с оборота титульного листа. Вот она, вся информация здесь есть, все написано. В уточняющих данных. Очень внимательно читаем оборот титульного листа. Здесь все написано. Даже не обращаем внимания на готовое библиографическое описание. Хотя здесь есть, видите, вот текст с изменениями, дополнениями на 1 февраля. Можем списать вот сюда. Да, вполне. Сведения о ресурсе, вместо которого введен, у нас нет. Но зато у нас есть вот эти вот, что это дополнение на 1 февраля там, 2023 года. Вот это мы сюда и запишем. Ага, а вот его и нет, обложка, и сразу начинается вот такая вот история. Такое тоже может быть, да, и сразу пошли вот эти сведения. И с титульного листа там только название, место издания, по-моему, издательство, и год, и все, больше там ничего не было. Поэтому с титульного листа, с оборота титульного листа и с обложки, да, Марин, обязательно берем, но если нет, тогда нет. И вот отсюда все ИСБН, все места издания, все, что нам нужно, мы забираем. Может быть другая ситуация. Вот тоже вся информация о
необходимые нам для заполнения вот этой части сведений, относящихся к заглавию, кем принят, когда одобрен, дата принятия, обозначение ресурса, она может скрываться не на титульном листе, а на обороте титульного листа. Вот как, например, вот здесь. Вот он, федеральный закон. Все, обозначение ресурса есть, мы его списали. От какого числа номер? Скопировали, поставили, отформатировали. Все готово. Название у нас есть. Это в основное заглавие у нас пошло. Нам осталось только дописать Российская Федерация закона. Принят Государственной Думой, одобрен Советом Федерации. Вот, взяли первую часть. Раз, пошла сюда. Дата введения или принятия, когда, кем. Дата одобрения, когда и кем. Две точки поставили, пробел. Скопировали, вставили. Все. Вот у нас уже все описание готово. Нам осталось только посмотреть, проверить и дописать недостающие сведения там, о месте издания, издательства, есть ли это печатный вариант. Но обращайте внимание, когда вы работаете и с печатной версией, и с электронными, смотрите внимательно на редакцию. Потому что могут быть изменения в законодательстве, в разных изданиях, в разных редакциях. С изменениями на 30 декабря редакция, действующая с 1 января. Хотя бы вот это напишите, что в редакции от 1 января 2022 года. Вот один и тот же закон об образовании в Российской Федерации. В редакции с 1 января 2022 года. С изменениями с 1 января 2021 года, да, и еще там было еще 12 или 15 год. Один и тот же закон. Принят данные одни и те же. Одобрен Советом Федерации данные одни и те же, но разные версии закона могут иметь разные содержания отдельных пунктов, поэтому очень важно указывать, в какой редакции вы смотрели этот закон, в этой или в этой, чтобы потом не было разногласий и не было вопросов к вам. Да, что такого нет в тексте, да, неправильно, просто вы не указали, в какой редакции. Поэтому это тоже важный момент, и он записывается у нас вот сюда. Сведения о ресурсе у нас, если нет, то вот сюда в редакции от какого числа. Хотя бы вот так. Если напишите с изменениями на такое-то число в редакции с такого-то числа, вообще будет замечательно. В некоторых, чаще всего в электронных ресурсах, эта строчка уже тоже присутствует. И вот если мы в печатной версии берем, то мы смотрим титульный лист, оборот титульного листа, обложку. С электронными ресурсами посложнее. Иногда нам везет, и мы все данные можем получить с одного экрана. Вот все необходимые нам ресурсы, элементы, они все здесь представлены. Да? Вот он. Российская Федерация, федеральный закон. Считайте практически заголовок. Российская Федерация, точка, законы. Основное заглавие об образовании в Российской Федерации. Пробел, двоеточие, пробел. Федеральный закон. Номер, вот он, уже скопировали, поставили. Пробел, двоеточие, пробел, забираем. Да? Принят Государственной Думой, скопировали, поставили. Пробел, двоеточие, пробел, одобрен, скопировали, поставили. В редакции от такого-то числа. Действует от такого-то. Можно и так записать, можно даже просто в редакции записать. Да? От какого числа? От 17.02.2023. Скопировали, поставили. Все. Вот всю самую страшную часть мы с вами сделали. Ну а дальше идет описание, как обычно, либо для печатного ресурса, либо для электронного, когда мы указываем, с какого сайта это взято, если это страница сайта, и он выложен на сайт. Либо приводим данные какого-то сборника, если это сборник, электронная версия. Пишем электронная версия или электронный ресурс, если это чисто электронное издание. Да? URL, дата обращения, все. Ну и текст электронный, конечно же.
до двух косых черточек, если у нас это составная часть, или если это целый ресурс, просто электронный, тогда в конце для сетевого распространения. Все, вот самая страшная часть, она, в принципе, копируй, вставляй. Больше ничего нам здесь сделать не нужно. Самое главное, помнить, какие элементы. Вот здесь нам как раз вот эта схема-шпаргалка, она и в помощь. Раз посмотрели, можно пример даже записать себе, что, куда, чем называется, и потом просто копируем, вставляем, все. Не забываем только про редакцию. Елена, да, скорее всего так, Елена Примак. Второй раз указ губернатора, второй, вот здесь надо смотреть, надо ли делать под заголовком, да, ну здесь, только смотрите, да. Если под заголовком, то да, но указ губернатора Псковской области, название о чем? Да, совершенно верно, Юлия Викторовна пишет, второй раз указ губернатора не надо писать. Название документа будет вот, как здесь. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации. Мы пишем вот это. Указ губернатора о чем-то, о назначении, указ губернатора о снятии с должности. Ну, так и пишем. Псковская область, губернатор, указы о снятии с должности, и дальше пошло дата и прочие реквизиты, да, этого договора. Примерно точно так же, как мы сейчас с вами смотрели. Там же есть и дата, какой указ, номер, ну там принятие одобрения, конечно, Советом Федерации не будет, но смотрите, аналогичные элементы там будут. Поэтому по указам, да, так второй раз не надо. Титульный лист, да, оборот титульного листа, предписанный источник. В квадратные скобки не включаем, включаем только если из непредписанных источников берем. Да, титул, оборот титульного листа, и нужно смотреть еще по ГОСТу, какие части документа относятся к предписанным источникам. Не всегда только они, есть еще, могут быть и другие. Если мы берем законодательные акты из собрания законодательства, это один из источников, которыми рекомендуется пользоваться при поиске законодательных актов. И вот тогда мы с вами делаем описание как на составную часть ресурса. То есть есть у нас закон, который является частью собрания законодательства Российской Федерации. Собрание выходит в двух версиях, в печатной и в электронной версии. Поэтому здесь нужно смотреть. Либо мы делаем на описание на печатную версию, и тогда в конце пишем текст непосредственный, либо мы делаем описание на электронную версию, ну тогда у нас будет текст электронный. И это издание, вы, конечно, спросите, а где тут номер ИСБН, почему вот такое странное описание? Это еженедельное издание, оно относится к разряду периодических, поэтому делаем описание как на составную часть из периодического издания. Поэтому у нас будет за двумя косыми черточками название этого собрания, да, этого документа, собрание законодательства Российской Федерации, год, номер, и в конце только пишем текст непосредственно. То есть как на статью из журнала. Ну и, соответственно, если это электронная версия, тогда мы должны будем написать после год, номер статьи, электронная версия, точка тире, URL, да, поставить из адресной строки копию, скопировать адрес, и в скобочках указать дату обращения. Здесь есть такая особенность. Так как все законодательные акты в этом журнале идут как статьи, есть сокращение, да, вот он, номер, сокращение ST4393, и это не статья закона, а сам закон, внутри которого идут еще свои статьи, да, и пункты. То при составлении описания на вот такие законодательные акты
допускается вместо страниц указывать статьи. То есть статья 43.93. В электронной версии удобнее искать по статьям. Год издания, номер нашли, набираем статья такая-то, он сразу нам показывает этот законодательный акт, потому что страницы здесь зашкаливают за десятки тысяч. По статьям удобнее искать. Но если мы ссылаемся на какую-то конкретную, приводим какую-то конкретную цитату из этого закона, например, со страницы 10843, то для ссылок, в зависимости от того, как мы используем контекст, мы ссылаемся на весь закон или на конкретный фрагмент, на конкретную цитату, приводим прямое цитирование, да, тогда нам нужно будет указать страницу. Да, можно будет указывать вот так. Номер статьи, страница, S большая, откуда мы взяли эту цитату. Тогда это будет, наверное, более правильно для оформления ссылки. Еще один, вот такая вот особенность есть. А если мы указываем, ссылаемся просто на закон, и для списка источников библиографическое описание можно указывать вот так, не страницами, а вот этой статьей. Ну, вот это вот особенность этого собрания. Еще одна вещь. Одобрен Советом Федерации. В ГОСТе по библиографическим описаниям есть пункт 4.9.4, где допускается не указывать некоторые сведения, и в том числе сведения об одобрении. Относятся ли они к законодательным актам или нет, покрытым раком тайны? Может быть, да, раз написано в пункте 4.9.4, как здесь тоже могут быть разные трактовки. То есть, в принципе, по этому пункту, кто у нас там сокращал для студентов, может быть, этот вариант можно опускать. Да? Но не могу сказать со стопроцентной уверенностью, потому что во всех примерах дальше в ГОСТе приводится именно с указанием одобрения Совета Федерации такого-то числа. Но, может быть, для студентов, для описания курсовых это можно сделать. И вот у нас получается для электронных ресурсов, вот для печатной версии, для электронных ресурсов у нас будет чуть-чуть по-другому, но очень похоже уже на то, что мы делали. Описание либо с сайта, как страница сайта, заголовок, основное заглавие, сведения, относящиеся к заглавию, ровно те же самые. Если мы опускаем «одобрен Советом Федерации», у нас будет так. Если мы оставляем правило, что все-таки мы его будем указывать, у нас будет еще одно двоеточие. В конце текст электронный, две косые черты, и вот здесь мы пишем официальный интернет-портал правовой информации, то есть указание того интернет-ресурса, составной частью которого является этот закон. Он выложен не PDF-файлом, это не электронная версия, как мы видели только что с вами, собрание законодательства. Это просто страница сайта, портала, где выложен этот закон. Вот мы его и делаем, как на составную часть этого портала. URL, адрес, копипаст из адресной строки, дата обращения, все. Текст электронный у нас вот, потому что мы сделали как на составную часть. Вот видите, самое страшное, если вот наша первая шпаргалка, она здесь работает. Заголовок сложный, вот он, Российская Федерация закона, и сведения, относящиеся к основному заглавию, просто несколько раз повторяем двоеточие. Если у нас в справочной системе «Консультант плюс», здесь могут быть разные варианты. Мы можем написать вот так. На самом портале, кстати, «Консультанта плюс», они еще вот такой вариант предлагают оформление. Не вот так писать, а, опять же, для сокращения и для студентов это будет понятнее. СПС «Консультант плюс». Вот такой вариант они сами на своей странице приводят. Почему бы нам им не воспользоваться? СПС – справочно-поисковая система, чтобы не было разночтений. То ли справочная поисковая система, то ли справочно-поисковая система. Как правильно написать, а не где. Там везде пишется «система консультант плюс», «система консультант плюс». И вот на своей страничке, и еще вам покажу, еще один хороший раздел есть. Там везде пишется СПС плюс, консультант плюс. Ну, давайте тоже можем использовать это сокращение. СПС консультант плюс, дата
Обращение такая-то, такая-то. СПС консультант плюс, вот это мы договорились, мы не указываем, да. Режим доступа требуется авторизация в сети университета ЮРЛ. Почему здесь ничего нет, почему здесь есть? Первый вариант у нас был пример просто сайта. Вот это из локальной сети. Здесь мы можем дополнить после названия. То есть первая часть у нас будет вся одна и та же, вот, до сюда. А дальше вот, да, вот она. А дальше пошли различия. Первый вариант, второй вариант для локальной версии. Здесь мы можем дописать после консультант плюс режим доступа из локальный доступ, да, или доступ локальной сети. Локальная сеть не очень правильно, да? Из локальной программы, локальный доступ. И дата обращения, ну, то есть когда мы туда сходили. А вот этот третий вариант – это доступ к полной версии программы или системы, но с ограничениями. Тоже через URL, но требуется авторизация, например, в сети университета, как пользователя этой системы, и тогда мы получаем доступ. То есть это не локальная, но с расширенным функционалом. А вот это свободный доступ к сайту, открыли, прочитали и все. А вот здесь требуется, или может быть здесь режим доступа написан там, по подписке. Там требуется авторизация. Да, требуется авторизация в сети университета. То есть различные уровни ограничения могут стоять, тогда мы их сюда приводим. Вот это открытый источник, это локальная версия, а вот это открытый источник, скажем, закрытый источник. Доступ через интернет, но с ограничениями. Да, есть ограничения по доступу. Ну, вот они, три варианта. Режим доступа по подписке, вот так мы можем написать. Для консультанта плюс, для системы гарант немножечко по-другому. Доступ из локальной версии, или, да, вот так вот, например, мы можем из локальной сети или локальной версии, дата обращения, ну, вот так мы можем это написать. А первая часть у нас будет одинаковая, вот это, до двух косых черточек на составную часть ресурса. Про стандарты. Это вот что касается законодательных актов. Кто у нас очень ждал описания стандартов, описания для стандартов? Ну, вот так оно будет выглядеть. Иван Коробейник, прошу прощения, отчества не вижу. Вот так будет выглядеть описание на стандарт. Очень страшно, но, опять же, на первый взгляд. По заголовкам. ГОСТ 23-го года, смотрим пункт 8.1. Вот там приведены все варианты, основные варианты заголовков, которые используются в данном случае. В данном случае вот то, что мы чаще всего пишем, да, обозначение документа, состоящее из индекса, цифрового или буквенного обозначения и года принятия. Вот эту часть мы и выносим в заголовок. Дальше пошло основное заглавие. Вот мы его написали. А дальше, так же, как для законодательных актов, через двоеточие, видите, они у нас повторяются. Мы пишем, что это национальный стандарт или межгосударственный стандарт. Есть и то, и другое, поэтому это важно указать. В буковке «Р» можем ошибиться. Поставить или не поставить лишнее или не поставить там, где надо. Поэтому еще раз прописываем, да, национальный или межгосударственный стандарт. Но от этого будет зависеть его область применения. Издание официальное записываем так, как написано в самом ГОСТе. А дальше также, как для законодательных документов. Кем утверждено, введено в действие. Дата введения. Все. А дальше мы можем указать сведения об ответственности, кем был разработан. И вот это вот, вот все. Здесь много кого. Иногда указан просто один разработчик. Там разработано там, федеральным государственным унитарным предприятием ИТАР-ТАСС и все. Иногда бывает много. Вот как в этом ГОСТе у нас много ответственных лиц. Опять же, копипастом они все приведены в самом тексте ГОСТа. Она осталась только их найти и сюда скопировать, поставить. Для студентов, для курсовых, ВКР, можно ли облегчить им участь? Конечно, можно.
Можно, например, принять решение не указывать эти сведения, а сразу после даты введения в действие Москва, стандарт информ и так далее. И дальше вот да, место, место публикации, место издания, издательства, год, количество страниц, вот все мы написали. Ну вот так, так строится описание стандарта, то есть ГОСТа. По заголовкам подсказка, где это искать. В новом ГОСТе раздел 8. 8.1 – это про стандарты ресурсов по техническому регулированию. 8.2 – это всякие санпины, правила и прочее. И 8.3 – это про патент. Весь этот раздел занимает буквально один абзац. Он очень маленький, очень короткий. Про патенты вообще просто указано, что заголовок состоит из двух частей. Причем не знак точка, а знак запятая используется. Сначала обозначение патента, и видите, мы здесь не пишем в начале Российской Федерации, а номер патента Российская Федерация. И вторая часть – это международная патентная классификация. Индекс берется оттуда. Вот, вот так вот, там отдельная песня, связанная с патентами. Вот она берется оттуда и вставляется. Вот такой вот заголовок. Ну, вот пример оттуда я вам просто сюда расписала по заголовку, как это будет выглядеть. Ну и примеры разных заголовков, вот они здесь приводятся. Вот это заголовок. Поэтому у ГОСТа будет очень короткий заголовок, без всяких Российская Федерация и прочее. Просто обозначение документа, которое мы приводим. Соответственно, дальше в описании мы его второй раз уже не указываем. Ну и разница описания стандарта под заголовком или под заглавием. Как видите, разница небольшая, то есть практически никакой. Только вот здесь мы пишем обозначение документа, да, вот эти вот все аббревиатуры. А здесь он идет у нас в сведения, относящиеся к заглавию, да, первыми. То, что указано в заголовке, второй раз сведения мы сюда уже не пишем. Вот и вся разница. Все остальное остается, что под заглавием, что под заголовком, одно и то же. Просто вот так искать легче. ГОСТ 22-го года, мы же по годам иногда запоминаем, даже не по номерам, да, 22-го года или там, 2008 года, ну тогда по обозначению документа искать гораздо проще. Ну и вот схема библиографического описания у нас будет выглядеть вот так. Заголовок, основное заглавие, сведения, относящиеся к основному заглавию, сведения об ответственности. Лучше, конечно, приводить хотя бы одни первые и заменять и другие, если их много, хотя бы так, ну и для печатных ресурсов. И дальше место издания, издательство, год, все как обычно мы делаем для печатных изданий. Самое главное, вот эта часть. Откуда она? Да, ну вот, правило, о котором мы с вами говорили, вот так вот можно наглядно представить. Да, то, что указано в заголовке, второй раз не повторяем. И опять же, все мы берем, все мы с вами забираем из самого документа. Заголовок. Здесь даже заголовок не надо формулировать так же, так как в законодательных актах. Мы его забираем отсюда, открываем наш стандарт. Вот он, заголовок ГОСТа поставили. Основное заглавие поставили, скопировали, вставили. Сведения, относящиеся к заглавию, вот они. Национальный стандарт, национальный стандарт поставили, двоеточие. Только не забывайте двоеточие с двумя пробелами ставить. Раз, вставили, издание официальное, скопировали, пробел, двоеточие, пробел, поставили. Место издательства, год издательства уже можем сюда записать. Вот мы их сюда записали. Осталось сведение об ответственности, количество страниц. Открываем следующую страницу, оборот титульного листа. Вот они, сведения об ответственности. Скопировали, поставили. Все, вы ничего не пишете ручкой. Вы только кнопочкой мыши все скопировали, поставили. Лень копировать, скопировали первого, поставили, написали и ДР, потрудились. Сведения об утверждении, введении в действие. Вот они, тоже здесь. Ага, вот, не забыли. Сюда их поставили в нужное место. Да, вот, все.
скопировали, поставили. Смотрите, здесь мы вообще ничего не, практически не пишем. Только количество страниц. Да, ну, это уж, извините, они не очень большие, можно будет посмотреть, да, скопировать и поставить. И вот смотрите, самый легкий, наверное, вариант, если есть шпаргалка. Шпаргалку только положить, можно пример взять, можно взять шпаргалку, можно прямо вот так вот положить какой-то пример описания ГОСТа любого. Да? И вот как мы сейчас на схеме с вами смотрели, прям вот такими стрелочками показать, что, откуда, с какой страницы в этот ГОСТ идет. Ну, лучше взять, конечно, тот ГОСТ, которым вы пользуетесь или которыми пользуются ваши студенты. Тогда это будет еще лучше. Потому что мы взяли, ну, так, нам библиография поближе, да, мы взяли библиографический ГОСТ. А если у вас там какие-то технические разработки, ну, возьмите ГОСТ по техническому там какому-то регулированию чего-то. То есть один из ГОСТов, которыми они пользуются. И на его примере просто покажите, что вот это идет сюда, это идет сюда, это идет сюда, это идет туда. Можно прям цветами раскрасить в самом описании, в примере, и прям покажите, куда оно идет. Ну и, соответственно, по этой схеме, если нужно составить описание следующего ГОСТа, он открывает ваш пример, видит схему и видит, ага, по аналогии, и здесь я делаю, я знаю, откуда брать и куда вставлять. Ну и со второго листа точно так же. Можно сделать большую картинку. Один лист с одной стороны, посередине описание, и второй лист с другой стороны. И вот стрелочками показать, чего куда идет. Вот это будет вообще очень хорошая штука. Нет, нет, нет. Здесь не-не-не-не. Это, Виктория, в сведения, в области издания идут сведения о переиздании. Второе, третье, четвертое, 25-е, исправленное, переработанное, дополненное, испоганенное и испорченное. Да? Вот это идет туда. А здесь это идет, вот эта вот особенность ГОСТов, нормативных документов и законодательных актов. Здесь идет, особенно вот нормативки, да, в законодательных актах все наши редакции, они поднимаются в область сведения об ответе, сведения, относящихся к заглавию, через две точки в конце мы дописываем. А здесь мы дописываем сведения вот сюда. Да, вот он, где он у нас? Вот. Вот сюда, в начало. Что это национальный стандарт, официальное издание или издание официальное. Смотрим, как на титуле написано. Да? А дальше утвержден, введен в действие, дата введения в действие. И так далее. Здесь, смотрите, утвержден, введен в действие приказом к техническому регулированию. Здесь стоит одна дата. Это дата приказа о том, что нужно ввести в действие. А реально, а потом у нас идет второй раз. Дата введения в действие вот такого-то года, да, числа месяца. Это уже когда он вступил в силу. То есть, смотрите, наш библиографическую запись от 2018 года, и вот она, дата утверждения, поэтому ГОСТ 2018. А реально он начал работать с 1 июля следующего года. Хотя окончательно вступил в действие, по-моему, еще даже чуть-чуть попозже. Да? Нет, он вступил в действие с 1 июля, вру. А предыдущий ГОСТ по библиографической записи тоже продолжал еще действовать. Вот там у нас был период междуцарствия, как бы два ГОСТа одновременно, потому что большой переход был с одного на второй, и вот такими революционными методами невозможно было сделать. Поэтому они какое-то время жили параллельно. И потом, только спустя какое-то время, тот ГОСТ прекратил свое существование, свое действие. Вот. Поэтому здесь вот такая история. И вот видите, мы можем сократить вот так. Вот мы первого привели и написали в квадратных скобочках и дыры. Мы можем сократить вот это все огромное количество лиц, ответственных организаций, принимавших разработку. Видите? Текст электронный. Кстати, для печатной версии мы тоже так же можем сократить. Текст электронный и дальше
Вот это описание стандарта как электронного ресурса страницы сайта. Мы взяли его с портала государственной правовой информации. То есть он является составной частью сайта. Поэтому дальше мы пишем URL, дата обращения. И обратите внимание, здесь мы не дописываем пояснение, что это официальный сайт. Ну, из названия понятно, что это портал государственной правовой информации. Все, здесь добавить нечего. Если написано просто «правовая информация», вот тогда нам нужно будет добавить, вот как здесь, пояснение, что это сайт. А то кто его знает? Может, это сборник какой-нибудь, может быть, это портал, может быть, это да что угодно может быть. И мы поясняем, что вообще-то это сайт. Ну, хорошо, значит, да, все правильно. Мы сделали как описание на составную часть ресурса. Поэтому если в названии присутствует обозначение там сайт, портал в самом названии, то второй раз не надо уже каких пояснений писать. Если нет, и название вы видите, что оно типовое, так и журнал может называться, и сборник, и все что угодно, да, и сайт, и портал, и электронная версия журнала, тогда нам нужно пояснить, что это такое. Здесь просто для примера название приведено. Да? И по правовым системам. Если, например, SPS Консультант Плюс, да, у нас будет написано вот так, SPS Консультант Плюс, и мы смотрели, например, в общем доступе. Она была общедоступна. Тогда мы пишем просто URL. Если требуется авторизация, регистрация или платный доступ, вот здесь мы вставляем режим доступа и пишем ограничение. Потому что это справочно-поисковая система, это база данных, и поэтому до URL. Гарант. Вот так. Они просят себя указывать. Гарант, двоеточие, справочно-правовая система. Указали доступ по подписке, URL. Ну, здесь все понятно. В общем, доступа нет этого ГОСТа, а если у нас есть подписка на эту систему, ну и здесь точно так же мы можем тоже указывать, да, эту область примечания. Вот мы указали, каким образом мы получили туда доступ. Для локальных ресурсов, ну, здесь или SPS там, Консультант Плюс, или Гарант, или какая-то другая система, которую мы указываем, если мы работаем в локальной версии, то можем писать так, режим доступа из локальной там, сети или доступен в локальном режиме. Здесь примерно написано, как это может быть там, доступен в локальной сети. Не знаю, насколько это правильно, слово «сеть» применительно к локальному, к локальной версии. Доступен в локальной версии. Да, то есть здесь подумайте, здесь нет какого-то жесткого определения по формулировкам. Ну, главное, чтобы это было коротко и написано, что локально. Может быть, вообще написано «локальный доступ». Все. Понятно, что из локального какой-то базы работали. Главное, чтобы слово было локально. Ну, вот здесь таким образом мы это делаем. То есть, смотрите, первая часть у нас остается та же сама. Сеть, стандартная формулировка. Ну, отлично, тогда это меня немножко смущало. Пару раз слушатели мне говорили, ой, нет, локальная сеть, так нельзя говорить. Она говорит, локальная версия, поэтому... Хорошо, поменяйте, поменяйте. Ну, вообще, да, может быть, так и правильно. С локальной сети, ограниченный доступ. Ну, наверное, да. Ой-ой-ой, немножко сползло, но вот про ссылки. Пару слов, как и обещала. Про библиографические описания. Вот, коллеги, вся самая сложность. Что с стандартами, что с законодательными актами. Это определить заголовок и схемку вот этих, что откуда берется и что куда вставляется. И самого документа. С ГОСТами вообще вроде слов много, страшно, но когда есть вот эта схема, что зачем следует, и еще картиночку себе сделать, шпаргалку, вы просто открываете ГОСТ и копипастом вставляете все, что надо, туда, куда надо. И писать практически ничего не нужно. Ну, если это только не печатная версия. По ссылкам, первичное, мы можем несколько вариантов приводить по полноте. В самом ГОСТе 2008 приведены несколько вариантов, как может быть указана первичная ссылка. Если вы откроете сам ГОСТ, вы увидите. Можно так или так,
или так, или так, и с ИСБН, и без ИСБН, и как только его можно приводить. Поэтому выбирайте тот, который проще и легче, особенно если для студентов пишете тип ссылок, и его приводите. Ну, например, но первичная ссылка будет содержать максимум информации о самом ресурсе. Ну, например, вот так. Первичная ссылка на закон, который содержится в собрании законодательства Российской Федерации. И вот здесь, видите, мы привели как ссылку, тире убрали. И мы, видите, вот это вот обозначение используем. Не страницу, а указываем статью. Да, на статью. Потому что ссылка идет на весь закон. И повторная ссылка, последовательная, то есть которая там номером 13 будет идти, мы можем писать просто там же, тоже, но указывать страницы, если это другая цитата с другой страницы. А если ссылка не последовательная, то есть через несколько источников мы опять этот же цитируем, мы можем использовать такой вариант. Заголовок, заглавие, статья. То есть у нас будет вот это все, оно уйдет. У нас останется только заголовок, заглавие и статья. Все. Все остальные сведения мы можем из повторной непоследовательной ссылки исключить. Но полное описание – это для ссылок внутри текста подстрочным. Либо если мы оформляем за текстовый отдельным списком, то тогда вот так. А в библиографических описаниях у нас все будет указано правильно. Но смотрите, что указывает, статью или страницу. Если мы цитируем, например, один кусочек из закона, одну цитату там со страницы 10842, а следующее 10849, то, конечно, нам как-то нужно это в ссылках указывать. Да? Тогда здесь после статьи мы еще укажем страницу, откуда взято, особенно если это... идет ссылка не на весь закон, а на конкретный фрагмент и прямое цитирование. Да, тогда нужно указать, конечно, страницу. Но количество элементов, указываемых и в первичной, и в повторной ссылке, будет зависеть от контекста работы. Если вы вот это все практически, название... основное заглавие, какой федеральный закон, от какого числа вы указали, например, в тексте работы, то в подстрочной ссылке вы можете привести только ссылку на источник опубликования, где это было опубликовано. То есть вот такая вот вещь есть. То есть и заголовок, и основное заглавие, и вот это мы можем опустить, то, что до двух косых черточек, если они были озвучены в тексте самой работы. Ну, то есть заголовок мы, понятно, уже здесь не указываем. А если в тексте вы написали, что согласно федеральному конституционному закону о Конституционном суде Российской Федерации от 21.07 номер ФКЗ, и дальше пошло, что там согласно этому закону, то в подстрочной даже первичной ссылке вы эти данные можете опустить. То есть у нас не будет здесь составной части ресурса, мы здесь просто укажем собрание законодательства, откуда мы это взяли. Но полное описание в списке источников у нас будет. Поэтому посмотрите еще по ссылкам, что допускается ГОСТом 2008. Там много есть допущений, что можно опустить, но исходя из контекста самой работы. На нормативный ресурс. Что остается в первичной ссылке? Почему-то название у меня уползло. Ужас. Ужас. Но ничего. В первичной ссылке заголовок, вот он, обозначение документа. Основное заглавие, вот оно. Место издания, год и страница. Или страницы, если мы ссылаемся на какой-то фрагмент или на несколько страниц. В общем. Но если это не прямое заимствование, так делать не надо. При прямом цитировании на несколько страниц ссылаться. Или большая, ну вот если мы ссылаемся на весь ГОСТ целиком, у нас вот так будет. Или с большой S мы указываем там страница 7 или страница 8, как обычно. Повторная ссылка не последовательная. Обозначение, здесь еще проще, обозначение документа ресурса. То есть вот то, что у нас было в заголовке. И страница, все.
Все остальное мы опускаем. Вот это как пишутся ссылки на ГОСТы, подстрочные, ну и в затекстовых тоже можно использовать, если это отдельным списком они у нас в выноске оформляются. Ну и ресурсы, как и обещала вам, показываю, откуда можно брать законодательные акты. Четыре основных ресурса – это официальный интернет-портал правовой информации. Так, и давайте я вам сейчас открою. Разрешить скачивание, презентацию забирайте, там у нас это есть. Собрание законодательства России, электронный ресурс. Парламентская газета, Российская газета. В Российской газете очень не очень удобная навигация, сразу скажу, найти законы. А вот самое удобное – это официальный интернет-портал правовой информации, ну и собрание законодательства. Но вот эти четыре ресурса, это не значит, что во всех остальных смотреть не надо, или они не считаются правильными, в кавычках, конечно же, можно смотреть. Но вот эти все остальные сайты, сборники, газеты, конечно же, на законных основаниях публикуют законы и другие акты. Просто вот эти четыре обязаны быть официальными такими публикаторами и обнародовать документы в установленный законодательством срок. Вот они это делают в обязательном порядке. Все остальные нет. Поэтому другими дополнительными источниками пользоваться можно. Но эти считаются самыми основными, когда наибольшая полнота, скорость публикации, да, ну и в соответствии с законом они это обязаны просто делать. Это не значит, что из других источников мы не можем пользоваться законодательными актами. Из того же «Консультант Плюс», «Кодекса», «Гаранта» – почему нет? Но если нет, конечно же, запрета. Ну, иногда говорят «нет», особенно для юридических каких-то направлений подготовки, специальностей, сразу приучают пользоваться нужными ресурсами и говорят «нет, только вот вам предписанные источники и только законодательные акты, брать из них больше ниоткуда». Ну, тогда другой вопрос, да. А так для обычных направлений подготовки, не связанных с юридическим, например, специальностями, то и «Консультант Плюс», и «Гаранты Кодекс» нам вполне даже подойдут, почему мы не можем пользоваться. Главное – правильно указать. Это для законодательных актов. В раздатке он есть, в презентации. С ГОСТами другая беда, с ГОСТами проблема найти официально эти документы. Раньше в кодексе мы могли найти ГОСТы, полные тексты, но сейчас все бесплатные варианты, они у нас закрыты, к сожалению. Либо только 30% мы можем посмотреть, вот, например, консорциум «Кодекс», либо только в ограниченном объеме и в ограниченном временном пространстве. Есть вот такой вариант. И везде, где только можно, официально, если, то требуется либо подписка на эти программы, на эти системы, если в вашей организации есть, тогда вы бесплатно можете этим спокойно пользоваться. Если нет, то вот так просто со стороны взять, и ну, это большая проблема. Ну, народ у нас пользуется различными пиратскими ухищрениями, да, где можно только оттуда скачивать. Ну, а что еще остается делать, если вот так? Есть вот такую, я вам ссылочку даю. Электронный фонд правовых нормативно-технических документов консорциума «Кодекс». Раньше он в открытом режиме вообще был любимый и замечательный. Все ГОСТы в открытом режиме, даже скачивать PDF-файлы можно было. Кто успел, тот накачал. Но тоже перешли на платный формат обслуживания. Но вот по этой ссылочке, которую я вам дала, там по сайту, по странице спуститесь вниз и посмотрите,
раздел о доступе к документам и сервисам. И вот там написано про нормативно-технический документ, в частности ГОСТы. Доступ открыт только с 20.00 до 24 часов по московскому времени, 7 дней в неделю. И тут же следующая пометка про ГОСТы. За исключением отдельных документов доступ предоставлен частично 30% текста. То есть, если вас заинтересовал какой-то ГОСТ, вы его открываете здесь, в этом, на этом сайте, в этом фонде, смотрите и попробуйте, там чаще всего предоставлено 30%. Но попробуйте подловить по московскому времени 20.00, 20.05. Да, по Москве, по московскому времени. И попробуйте открыть этот же документ и посмотреть. Возможно, он будет представлен в полной версии. Если так, то вам повезло. Частично. Ну, вот единственный вариант, как можно без нарушения каких-то правил, авторских прав и прочего, официально онлайн работать с документами. Может быть, нам повезет, и он там будет открыт. Ну, вот с ГОСТами пока вот такая беда. Законами как-то попроще, полегче. Но они не являются объектом авторского права и обязаны быть предоставлены в прямой открытый доступ, поэтому здесь проще. Вот с ГОСТами, да, было много разных вариантов, где можно было бесплатно, официально посмотреть, легально. Но сейчас все они приходят на платный режим. Ну, приходится изыскивать разные способы. Ну вот, коллеги, вроде бы и все на сегодняшний день. Мы с вами разобрали про законодательные акты, про наши ГОСТы и прочее. Сейчас посмотрю про вопросы. Ага, ну это мы уже разбирались, Светлана Ойнац, про заголовком или подзаглавием. Ну, если рекомендуете под заглавием, значит, под заглавием ничего страшного. Тогда вы просто можете из нашей темы сегодняшней взять то, что мы говорили про сведения, относящиеся к заглавию. Да? Списка литературы. Валентин Шумаков практически нигде не... Про список установленный порядок, да, размещения документов для списков литературы, это примерный вариант. То, что я вам говорила, как бы нет такого единственно верного утвержденного списка, как должна располагаться литература, ну, скажем так, уже установилась по традиции и во многих методических рекомендациях, если откроете, разная степень дробления будет, да, этого списка, там, разделов, подразделов, но порядок обычно идет такой. И даже в списках литературы, которые предоставляет, например, список публикаций преподавателей, примерно то же самое, только без законодательных актов. Сначала научная, потом учебная, учебно-методическая литература, потом публикации в периодических изданиях, потом электронные ресурсы. Да? То есть здесь есть какая-то общая схема, в рамках которой уже разные вузы, разные учебные заведения. Ну, учитывая собственную специфику и свои взгляды, да, составляют уже свои, например, требования. Поэтому от вуза к вузу они могут и будут отличаться. Это просто общий примерный набор, вот как оно должно располагаться. Закон Иркутской, ну, смотрите, если это название, Светлана Ойна спрашивает по виду нормативного акта. Если это название у вас идет как закон Иркутской области, то да, с большой буквы пишем. Приказ, указ. Как обозначение документа после двух точек, да, можете с большой написать. Так, это мы про кодекс, мы уже посмотрели. Презентация для скачивания есть. Так, все, вопросы вроде бы закончились. Ага, все, вроде бы все. Вопросы посмотрела, ответила. Вопросов больше не вижу во вкладочке. Спасибо большое, коллеги, за отзывы. Наталья Дубовцева, да, 6-го будет про электронные ресурсы.
должен быть, по крайней мере, надеюсь, что ничего не случится, я доживу, и интернет у нас тоже нас не подведет. Попробую я все-таки его запустить. Ой, какое чудо, он, кажется, включил камеру под завершение. Ну вот, наконец-то мы с вами увиделись. Шестого будет, да, про электронные ресурсы. И, коллеги, презентацию забирайте там немножко в сокращенном варианте, но самые основные схемки, они есть, поэтому, ну, если будете где-то использовать, то ссылку не забывайте давать. А так, пожалуйста, да, забирайте, используйте, применяйте. И по нашим сертификатам, то, что мне осталось последнее сделать, это дать вам ссылку на вот страницу выдачи сертификатов. Обратите, пожалуйста, внимание, сертификаты будут готовы через некоторое время после того, как мы закроем вебинар. И как только приготовится сертификат, вам на почту придет письмо уведомления о готовности, и тогда вы можете перейти по ссылке из письма или вот по этой ссылке на страницу выдачи и там вводить уже свои данные, лучший адрес электронной почты, выбирать способ оплаты, оплачивать и скачивать свой сертификат себе на устройство. Вот. Ну вот, коллеги, вроде бы и все на сегодняшний день. Если будут возникать какие-то вопросы, пожалуйста, вот есть наша группа ВКонтакте «Библиография для небиблиографов». Там можно задать вопросы, там можно меня найти, в личку написать сообщение в группе, и мы индивидуально с вами, ну, иногда коллеги так и делают, пишут вопрос, потому что после вебинара что-то еще потом доходит, да, возникают какие-то вопросы. Пожалуйста, туда можно написать, мы с вами разберем, посмотрим и постараемся решить. Потому что вопрос библиографии, он не всегда такой вопрос волшебной палочки. Вот я сейчас задам вопрос, а как мне тут сделать? И мне так хоп сразу и ответят, да, и все библиографическое описание составят. Не всегда это получается. Иногда нужно посидеть, подумать, а иногда даже совместно, да, таким коллоквиумом, мозговым штурмом за чашечкой чая найти ответ на вопрос. Ну, немножко утрирую, но тем не менее это так. Поэтому не обижайтесь, коллеги, если вдруг я сразу не отвечаю, как правильно сделать, я говорю, надо подумать, иногда даже посоветоваться с коллегами. Поэтому вот такой вариант всегда у нас есть, через группу можно найти, написать, и мы с вами тогда разберем уже ваш индивидуальный вопрос по нему. Вот, Светлана Некрасова, да, пожалуйста, ну а что делать в выживании? В море библиографии и описания – это наша совместная задача с вами. Так что тоже, если есть что-то, делитесь. Я не говорю, что я прямо истинно в последней инстанции. Где-то я тоже могу немножко запутаться или что-то по-другому трактовать. Между библиографами тоже разгораются большие споры, иногда по разным вопросам, потому что одни трактуют так, другие трактуют это. Есть разные варианты, а тем более, если дается такая возможность ГОСТа, можно так, а можно это, то может быть несколько вариантов, и все могут оказаться правильными. Да? То есть это такая совместная работа. Поэтому welcome, коллеги, приходите. Мы только за. Ну вот, на сегодня у нас все. Всем большое спасибо за комментарии, за вопросы, да и просто за интерес к теме библиографии. Ждем вас на наших следующих вебинарах. Всем счастливо, всем удачи. Пожалуйста, берегите себя, берегите своих близких и ждем вас на наших следующих вебинарах, встречах и не только по библиографии. У нас очень много интересных тем. Все, коллеги, всем счастливо, до свидания.